Технология посадки помидоров в феврале. Ранняя посадка в феврале применима для скороспелых и высокорослых сортов. Семянки низкорослых томатов сажают в марте для посадки в открытый грунт в апреле. Как подготовить семянки к посеву? Помидоры имеют семянки, которые очень долго не теряют в схожести. Они могут пролежать 7 лет, не теряя качества. Для любого сорта предусмотрен один порядок подготовки к посадке. Перед посадкой семянки проходит большое количество подготовительных процедур: выбраковка, прогревание, обеззараживание, стимуляция, намачивание, проращивание, закаливание. В феврале семянки достают из закромов и бросают в соленую воду. Те, что всплывут, не идут на посев, их выбраковывают. Оставшиеся семянки промывают от соленой воды и подсушивают. Если семена томатов хранились в холодном помещении, их надо прогреть. Семена оставляют в теплом месте на 3 дня, можно использовать батареи. Затем обеззараживают 1% раствором марганцовки в течение 20 минут, или в 3% теплом растворе перекиси водорода, опустив их туда на 10 минут. Далее идет процедура повышения урожайности и стимуляции роста путем замачивания семян в специальном питательном растворе промышленного производства, ипин, циркон, или сока алоэ либо картофеля. За этим следует процедура намачивания семян. Их оставляют в марлевой ткани на 12 часов в воде комнатной температуры. Менять воду надо каждые 4 часа. Семянки нуждаются в проращивании. Их заворачивают в марлю, кладут в блюдце и заливают слабым раствором марганцовки. Там они лежат несколько дней до набухания. Семянки, как и рассада, проходит процедуру закаливания. Это не только укрепляет жизнестойкость рассады, но и увеличивает урожайность на 30%. Проклюнувшиеся семянки на ночь кладут в холодильник, а днем ставят в тепло. Такую смену температуры повторяют до 3 раз. Рассада томатов будет здоровой и крепкой, если семянки посадить в феврале или даже раньше. Это правило годится для климата средней полосы России. Как посеять семянки? Опытные огородники встречают февраль с уже собранной коллекцией семян. Ведь перед посадкой сначала нужно найти томаты, которые хочется вырастить. Помидоры, в отличие от огурцов, перцев и баклажанов, не боятся пересадки. Их можно сажать в торфяные таблетки, стаканчики и бутылки для выращивания в индивидуальных емкостях. Саженец не надо будет пересаживать. Каждый росток будет развиваться без угнетения. Семянки помидоров можно посадить в любую емкость. Важнее знать, какую землю предпочитает эта культура. Этапы посева и развития томатов: подготовка грунта, полив почвы, посадка семян, укрытие до прорастания, полив сеянцев, пикировка. Рассада томатов будет хорошо расти в земле из дерна и торфа. 1:3. Перед посадкой рассады томатов грунт надо полить, продавить канавки и разложить семянки, укрыв их слоем земли или перегноя, не поливать. Посев надо накрыть крышкой или полиэтиленовой пленкой до прорастания. В ящике сеянцы растут без подкормки. После появления третьего листа, рассада требует пересадки. Как вырастить рассаду? Сажать помидоры для рассады начинают с наступлением достаточно солнечных дней, если не пользоваться подсветкой. Февраль обеспечивает оптимальные возможности для роста рассады в средней полосе. Пикировка – это пересадка саженцев томатов в отдельные горшочки. Делается это для увеличения корневого и листового объема. При пересадке приходится отрывать переплетенные корни саженцев. Надо проводить закаливание рассады томатов. Февраль еще пугает низкой температурой, а в марте уже можно выносить сеянцы днем в холодный коридор или парничок. Рассада помидор становится крепкой, жизнестойкой. Перед высадкой в грунт ее 3 дня держат в холодном помещении днем и ночью. Не забудьте заглянуть в описание под видео. Я подобрала для вас лучшие садоводческие магазины онлайн с доставкой. Тут можно приобрести семена таких сортов, каких вы не найдете на рынке. А также есть лучшие средства для борьбы с вредителями.